Так, добро пожаловать на наш урок шведского, где мы читаем по-шведски и переводим на русский книгу «Фрёкен Европа». Да. Yes. Мы скажем. Далее. Будем сейчас открывать. Думаю, что вот это может быть, да? 20-е. Это 22-я. То есть 20-я страница у нас начинается. 21-я. Так, а это, да, подожди. 17-е. Хутон. Так, про. Bra, då fortsätter vi bara läsa och översätta. Ja. Och, När vi kom in från rasten stod Eva vid katedern och skrev i en stor blå bok. Когда мы пришли с перерыва, Ева стояла возле вот этого катебурна и писала что-то в большом голубом книжке. Да, правильно. Вот этот вот катетер мы переводим как кафедра. Кафедра. Она Добро. стояла у кафедры и писала что-то в голубой книжке. Правильно. Vi sätter oss i bänkarna igen och Eva delade ut våra scheman. Jag сейчас перезвоню, что-то. Okej. Bra, nu är du här. Да. Har det hänt något? Сосед пришел. Okej, как сказать по-шведски сосед пришел? Гранне коме. Det kom en granne, eller det var min granne. Это был мой сосед. Det var en granne. Bra, давай дальше, значит. Мы типа посадились возле парты. И снова, и Ева раздала нам наш расклад. Расписание. Sen sa hon att vi skulle ta med oss bänkpapper för att bänken skulle hålla sig så fin som möjligt. Тогда она сказала, что мы должны типа носить с собой вот этот вот из парты вот этот вот бумажку, потому Я что какая-то бумага на партах. Бумага на партах. Это значит какое-то покрытие из бумаги. Как, наверное, да, чтобы парты были. красивые, как это можно. Ну да, чтобы парты сохранялись красивыми. Ага, то есть какой-то, может быть, я даже не знаю, как-то скатерть из бумаги, покрывать парты бумагой, с собой взять. Окей. Под анадики сатобе. Что означает анадик? Не, у нодик не необходимо. Нодик – это вот необходимость. Нодик. А Зачем у типа это необходимо? не зачем, а ой, как это бесполезно. Да? Ага.
Unde, ну, то есть какой смысл, да? Или сказал то, да. Да, да, бессмысленно. Som sagt, ta med bänk papperet så fort som möjligt ska Eva igen. Как берите с собой типа вот эти вот бумагу быстро как можно, сказала Ева Иен. Som sagt, это очень хорошее выражение. Som sagt, это как уже сказано. Как уже сказано. То есть я уже говорила. Возьмите с собой побыстрее, да? Сказала она. Ursäkta, hörde jag plötsligt min pappas röst, men får jag fråga en sak? Простите, почул я, типа, вот этот вот смешной, когда он смеется с открытым ротом моего папы, голос, но можно я спрошу вещь? Да, но не откуда ты взяла вот это с открытым ртом? Плёцлит означает внезапно, неожиданно что-то такое. Ой, да? Арде, слышала я, услышала я неожиданно голос рёст моего папы. Значит, извините, услышала я неожиданно голос моего папы. Лог это лежала, а луг улыбнулась. Да, точно, типа, сказала Ева и улыбнулась против него. Да, или да, пожалуйста. Пожалуйста, конечно, пожалуйста. И улыбнулась ему, да. Hellre skämdes. Skämdes, jag. Skämdes, не skämdes. Skämdes. Была, мне было стыдно. Skämdes. Испытывать стыд. Испытывать стыд. Jag var säker på att det skulle vara något. Eller någon om hemat. Сама, själv, сама, или сама я стыдилась. Мне было очень стыдно. Типа сама стыдилась, я сказала, что... Нейва Секер была уверена. Была уверена, что это будет, типа, что-то клагомол. Клагомоль – жалоба. Жалоба или что-то про расклад. Да, расписание. Min pappa är mycket noggrann för att inte säga petig. Säga, сказать, inte säga. Мой папа есть очень недовольный. Ну, грамм, это аккуратный, педантичный такой, чтобы не сказать петик. Петик это еще более педантичный, то есть, ну прям вот знаешь, каждую мелочь тыкает петик, да, пета. Каждую мелочь, в каждую ошибочку, там, в каждую запятую. Вот, петик. Det här klassrummet sa min pappa mycket riktig än inte det vanlig litet. Вот этот вот класс, сказал мой папа, типа, очень, не очень маленький. А не очень ли или не слишком ли маленький, да, то есть вот эта комната классная, не слишком ли она маленькая? Литет, со Ева вот это десерунд. Маленький, сказала Ева и посмотрела вокруг. Да. Det har jag inte tänkt på eftersom jag inte har sett de andra klassrummen, men jag tyckte jag inte. Тогда она, типа, я так не думаю,
И потому что я Потому не что... смотрела на другие типа классы. Но Да. я не думаю так. Но мендетикия инте, присесть, мендетикия инте, ро, щорнеста, доблите о том, я, ты о том, си, сутар, осу щорви, рона, Ориенхар, Och följt är det dessutom så Isabel som alltid måste peka allting. påpeka allting och fyllde det dessutom. Как типа некрасиво было, сказала Изабель, когда она Даже, начала. подожди, не было некрасиво, а и некрасивая это вот эта комната, да? Десютом, десютом, к тому же некрасивая. Сказала Изабель, Угу. которая всегда на все типа показывала. Да, тоже все время указывала, попека, указать. Titta på väggarna, det är ju hål överallt. Посмотрите на стены, там повсюду дырки. Да. Det är väl inte så färdigt, sa Josefin. Vi kan sätta upp teckningar som vi gjorde förra året. Это не такие уж, типа, некрасивые, сказала Josefin. Но Мы это можем... фолит, не так уж опасно, ну или как бы не так уж это серьезно, фолит. А, да, Мы Микен. можем посадить, типа, свои старые, которые мы делали в прошлом году. Я или сетап повесить текнингар рисунки, что вы делали Которые мы второй. сделали в прошлом году. Да, можно повесить рисунки на эти дырки, и тогда будет очень красиво. Ева лук таки сам тмутхенне. Ева улыбнулась. Так сам благодарна, так сам. Благодарна против нее. Dessutom fortsätter pappa så står det tre tomma bänkar här. Кроме этого, Да. здесь, папа, стоят Фудшапте продолжал, фудшапте. продолжал типа три парты. Состоит три тума бенкара, стоят три тума пустые. Пустые. Да, это три пустые парты здесь. Han pekade mot tre bänkar som inte ens hade sett. Som Han tog jag, это, не спеши, не Jag. спеши, да? Som jag inte ens hade sett. Окей, han pekade. Он показал против трех парт, которые я раньше не видел. Да, не видела. То есть мы знаем, что это девочка же рассказывает, да? Искать там комма ennu fler barn, sa hon. Придет сюда больше детей, сказал он. Да. Я, Ева, здесь какого три барн тил. Да, сказала Ева, здесь придет еще три ребенка. Я кто кирадет эр асеп. Уакцептабельт, неприемлемо, не хорошо. Уакцептабельт. Så pappa och nu hade de andra föräldrarna börjat mumla insamlade. Jag думаю, что это Неприемлемо. неприемлемо, сказал папа, и все остальные, типа, родители начали перешептываться между собой. Я инстеманде согласна. То есть они Согласна. согласно между собой там перешептывались, да, они стали, значит, поддерживать, да, поддерживать папу. Player alderless for a throne. Здесь будет Тронкет. типа очень тесно. Да, он тронкет, слишком тесно. Яха, со Ева лук ванлик мутхуном. Ага, сказала Ева и посмотрела, типа улыбнулась против него. Я венлит, венлит, не ты ванлит.
Венлит, по-дружески, улыбнуть. По-дружески против него. Менсуэр де Аллафаль. Мен так будет, типа, точно? Да, или в любом случае. И Аллафаль. В любом случае, вот это положение таково. Соеде. Так вот. Все. В общем, так обстоят дела. В любом случае. Одиного танцем индра ногонт. Саева хун лет инте дедминста иритират. Типа, еще кто-то соглашается с ним? Ней. Иденогон, еще кто-то, но нанан. Сом ундрар. Хочет спросить. Или что-то... Что-то... Какой-то вопрос. Спросила Ева. И... Он лет. Лет – это звучало. Звучало. Он лет. Инте де минста иритират. Совсем не. Инте де минста. То есть ни крошечки не было у нее. Я иритал. То есть у нее не было как это называется? У нас, по-моему, тоже есть иритира. Нет у нас такого? Разозлиться, когда вот кого-то хотят задеть, да? Это значит хотеть иритира ногон, разозлить, так что другой человек реагирует. То есть она совершенно не была разозлённая. Мин папа харкадесей. Мой папа типа прокашлялся? Да, правильно. Харкля, прокашляться. Det var förstås trevligt att veta vad ni ska arbeta med nu i femman, sa han med lite vänligare röst. Bra. Det vore, это было бы. Det vore. Это было бы более приятно, если мы знали, с кем будет, с кем мы будем работать и типа сейчас в пятом классе. Да. Да, не с кем, а с чем. То есть не вы, да? То есть он обращается на вы к Еве и говорит, что было бы здорово, понятно, что понятно, было бы очень приятно, если бы вы рассказали, с чем вы, какой материал, да, вы будете в пятом классе использовать. Типа чуть-чуть обычным голосом. Нет, необычный, не ванлигер, то есть ванлиг – это обычный. Вот ты, кстати, знаешь это слово, я вижу, да? Ванлиг. Но здесь венлигере. Дружественный, более дружественный. То есть вен – друг, да? Венлиг – дружественный. И венлигере, то есть более дружественный, ага. Сравнительная степень. Kanske skämde sa han för Vänta. То есть эск, ск. И дальше идет мягкий вокал. Хэ, тогда ты должна читать. Хэмдес. Kanske хэмдес han för att han hade brusat upp. Jag vet inte om han egentligen var så интересирован, но он... Давай переведем вот эти слова. Возможно, типа... Да, конечно, может быть. Стыдился он. Стыдился он брюшауп. Что он брюсат, что он возмутился. Брюсатуп возмутился тогда, да? Я не знала точно, что это... Вот я этот не знаю точно, но в точности, я не знаю, в точности он был ли он так заинтересован, но он, сейчас дальше идем, но он, и у нас уже будет следующая, у нас 19,
Но он, что там у нас он сделал? Сейчас посмотрим. Так. Хар. Значит, я не знаю, был ли он так заинтересован, но хан дальше. Ville säkert ge intryck av att inte vara en nällspik. Наверное, очень сложно. Нет? Типа хотел уверенно интриг. Е-интриг. То есть он хотел точно, вот уверенно это то, здесь переводится как он точно хотел е-интриг создать впечатление, Впечатление, что что он от интевара, от не быть, гнель спик. Вот здесь вот у нас очень интересное слово. Если человека называют гнель спик, это человек, который гнеллер, жалуется. Спик – гвоздь. То есть он как бы все время на что-то жалуется. Да? А спик – гвоздь, потому что этот гвоздь, он всем неудобный. То есть такой человек все время чувствуется, ну вот, ну что ты все время жалуешься? Он как бы вот всем мешает, этот гвоздь, да? И вот такой гнель спик, жалобщик, все время что-то недоволен. Jag var tittade länge på min pappa. Vi ska träna på division och läsa många böcker om barnet ska förstås få många roliga läxor. Я сказала Ева и посмотрела дольше на моего папу. Мы будем тренироваться, типа минус. Дивихун – это деление. А, Деление. делить. И читать много книжек, и дети будут получать много интересных типа заданий домашних. Уроков, да, уроков, лексур. Då såg han nöjd ut. Pappa för läxor tycker han är en för Bra. läxor tycker han är en bra uppfinning. Nej, Även vänta, 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 vänta. Uppfinning. Uppfinning. om Izobretenie. Izobretenie. han ställde Nej, nej, förhör nej, vänta, vänta, vänta. Sällan redskap. sällan förhör mig på dem. Я увидела, тогда я увидела моего папу довольным, потому Да. что он думал, что домашнее задание это хороший Изобретение. изобретение, потому что можно типа проверять. Ага, но здесь не совсем так. То есть до середины правильно перевела. Он, я видела, папа был доволен, потому что он думает, что уроки, домашние задания, хорошее изобретение. Дальше. Even om han sällan, даже если, even, даже он, если, даже если, han sällan, он редко, sällan, förhör mig på dem. То есть он проверяет. Förhör – это вот допросить, да? Допрашивать, förhör. Он редко это делает. Он редко проверяет мои домашние задания. Ох, ней, стоннанде Вента, тобо. вента, вента, стонаде, это стонал, застонал, стонал, о, вот так вот, да? Тобе оклекде ховидет пення. Иня лексур. О нет, застонал Тобе и положил голову на парту. Никаких домашних заданий. Правильно. Ви андрасо иньятинь. Фор со дэр сэйер хан йэнт. Мы другие не сказали ничего, потому что мы с... Хан, он все время так говорит, емт все время, постоянно. Berit kunde kläppt på honom att göra en enda läxa under hela förra året. Berit попробовала типа
уговорила его сделать одно домашнее задание напротив всего года. Ну да, в течение всего года вот эта учительница, которую звали Берет в прошлом году, да, Берет, она от него не добилась ни одного домашнего задания сделанного. Угу. Ок, и Рупа, со папа, не сказал лесом, и Рупа. И Европа, сказал папа, вы будете читать про Европу? Угу. Han tycker om geografi, sa jag. Förstod nästan att han skulle fråga det. Eva svarade inte på den, utan nickade bara. Så, han tycker om geografi. Mm-hmm. Он любит географию, сказал. Не, не сказал. Со, так что? Так я что? Я поняла. Понимаю, что... Мы бы, что вы спросили об этом? Ну, или что Хан, он спросил об этом. Он спросил об этом. То есть дочка его, да, дочка, она знает. Папа любит географию, так что я поняла, что он должен был об этом спросить. Угу. Ева, Ева не ответила на это, под на этот вопрос. Да. И там Ника Девара. Просто типа кивнула? Кивнула, никогда, кивать. Кивнула только. Да. Потом сен började он братом хыка мельнингер сюкельермар. Ельмар. Тогда она начала говорить про больных. Хыка мельнингер, заявка о болезни. Ну, то есть заявка о болезни и типа велосипедный шлем. Да, и шлемы, что обязательно родители должны сообщить, да, когда ребенок болеет, родители сообщают в школу. Хуйкамелар. Это все называется вот это хуйкамельный. Не знаю, как сказать по-русски нормально. Сюкельем скотаба скракате. Деваю фэсмобор. Вот этот вот шлем для велосипеда, сказал Топа и начал смеяться. Да. Это же для маленьких детей. Да. Тысны, са Ева пестем то Топа тысна де фэстик. Тысны. Типа закрой рот, сказала Ева. Ну да. Но лучше не закрой рот, это слишком грубо. Тихо. Ну, сейчас. Ну, то есть, можно перевести как просто тихо. Тихо, тихо сказала Ева и посмотрела, типа, на Тобе. О, Тобе. И Тобе тихо. И Тобе, типа, замершикован. Замолчал. Фактист. Фактист, ну, на самом деле замолчал. En liten stund senare var det dags att gå hem. Маленький... Через короткое время после мы типа будем идти домой. На вар был дакс, уже время идти домой. Было время или настало время. Угу. Висеси морон, со Ева нервиик. Типа, увидимся завтра, сказала Ева, когда мы шли. Да. Деблинука пара уаре со папа нервиик. Деблинук эт бро ур. Бро ур со папа нервиик студ и кан тиле глас киоскен, сом ви альтид гёр по пробстаген. Глаз щёскен, щёскен, киоск, мороженое, ларёк с мороженым, глаз щёскен. Окей, деблину? Ну, вавити дарявлю. Конечно, или точно. Это будет, конечно, хороший год, сказал папа, когда мы стояли в очереди к мороженому магазину, это мы делаем всегда, когда, типа, вот эта вот перекличка. Да, правильно. Yeah. У нас такая традиция, да? То есть мы всегда так делаем. Замечательно. Так, дальше.
Мы идем. У нас будет 17, 17, 20 должен быть. Нет, 23. А 20 у нас, по-моему, было вот здесь. Я. Прям. Шуго. Сида шуго. Окей. Витор. Ой, так. Слишком у нас большая. Ар. Hon verkar vara en bra fröken, den där Eva. Она типа будет хорошим. Ну или verkar vara, кажется быть, или Кажется, она кажется. будет хорошим учителем. Да, Это вот явно. да, да. Петрус, у нее со инятин утан фушту фушту. Fortsatte, продолжали. Äta på våra glassar med dig, men jag tror att vi kände likadant båda två. Likadant, båda två. Båda två. Petrus и jag не сказали ничего и продолжили есть наше мороженое, но я думаю, что мы будем чувствовать одно и то же, только мы. Ну да, то есть я думаю, что мы чувствовали одинаково, ликадант, одинаково, бода тво, оба, бода тво, о, то есть, да. Вот мы стоим, да, я ден фер, хун веркаде бра, Бра. вен ом классрумет вар вентликен литен и фюльт. Да я де хун веркликен. Отмистоны юди йоди, по крайней мере, вот это По крайней мере, отмистоны. Делала сделала. я это, то есть думала, что она будет хорошим учителем. По крайней мере, я так думала. Типа, Ферхун, потому потому что что она Верка казалась, бра, казалась хорошей. хорошая на то, что наш класс был Нет. маленьким и некрасивым. Эвен, Эвен, Ом, Даже если. даже если. Наш класс казался маленьким и некрасивым. Это она делала точно. Яли, да Юда он верклиген, то есть она точно была хорошей. То есть я думала, что она хорошая, даже если класс был некрасивым, но вот точно она хорошая была. Замечательно. Так, дальше идем. Это у нас уже будет щуки N, или Да. ⁇ щуки тво. Ну, искала щуки N. Хар щуки N. Окей, Витальди. Сутар. Вот, у нас дальше следующая глава. Только мы. Парави, только мы. Парави. Nästa dag kom vi lite tidigare till skolan, Petrus och jag, för pappa släppte av oss på vägen till jobbet. На следующий день мы пришли чуть-чуть раньше к школе, Петрус и я, потому что папа отпустил нас на дороге к работе. Правильно. Молодец. Я вас отвез по Как катедре. да? Bläddrade i förra årets skolkatalog. Skolkatalog. Eva Skrivit. села На кафедру. кафедру и начала смотреть прошлогодний и вот этот вот школьный каталог. Школьный каталог, правильно. Бледраде. Листать. Ага, Листать. листа. Да. Листала прошлогодний каталог. Ты знаешь, да, что это? Это вот фотографии всех учеников. Такая как бы маленькая книжечка, где все классы, фотографии всех классов, все ученики школы, school каталог. Петрус и Кристина, welcome. Нервикон. Когда мы зашли в середину, она посмотрела вверх и сказала:
Petrus och Kristina, välkomna. Visst är det ni heter? Visst är det så ni heter? Petrus och Kristina, добро пожаловать. Также ж вас зовут? Да, правильно. Одно как бы замечание. Кристин, Кристин. То есть ты говоришь Кристина, а это другое имя. Кристин. Ja, sa jag. Vad snart du har lärt dig namn? Да, сказала я. Как быстро ты учишь наши имена? Vi sätter oss ner i våra bänkar och tog fram våra bänkpapper. Mitt var med hästar på, för jag hade precis börjat rida igen efter ett års uppehåll. Мы сели за парты и начали и достали свои листочки. Вот эти вот бумагу. Бумагу на парту. Да, это как бы не листу. Листочки нельзя надо, потому что они покрывают всю поверхность парты. Они как бы защищают парту от разных царапин или каких-нибудь пятен, да? Вот, и как это можно сказать? Ну, мою бумагу, защитную бумагу, может быть, я достала, да? Mitt var med hästar på för jag hade... Eller jag это прочитала? Да, значит, моя бумага, да, была... Моя бумага была с конячками, которые, когда я точно начала ездить на них и на них снова... Да... Типа прошлогодний... После, after, et os upehol, одного года не перерыва. Одного года перерыва. То есть моя бумага была с лошадьми, да? Потому что я вот precis börjat, вот прям вот недавно, да, начала опять. Иен опять. Хорошо. Петрус пень папарит хаде флакур. Петруса, вот это вот за бумага. Бумага была с пропорама. Флагур, это флаги. Флаги, да, с флагами. Когда Мэр Ева фиксирует по тенком хун фром тиль ханс пень, когда Ева увидела это, она подошла к его парте. Ага. Вилькен фин папарит рахуру. Он сынан де папари тенстунд. Какой красивый вот эта вот бумажка у тебя защитная, сказала. Она типа посмотрела на бумажку. Смотрела один короткий момент, да? Некоторое время. Det är bara europeiska flaggor, fortsatte hon. Det passar ju bra. Это только европейские флаги, продолжила она. Они типа хорошо пасуют. На пассар подходит. Пассар и бра. Замечательно подходит. Петрусо glad ut. Han gillar verkligen flaggor. Förra året när han skulle dekorera dörren med flaggor så ritade Петрус был очень счастливый. Он любил всякие пропора, флаги. Прошлого года, когда мы должны были декорировать дверь с флагами, он нарисовал... Нарисовал. Так, сейчас посмотрим. Наверное, вот это. 21. Нарисовал 22. 22. Han ritade. Петрус сакер 10 стыка. Нарисовал 10 штук. Да, секет, точно. Han tog till och med hämtet i frivillig läxa. Он взял с собой домой всякие домашние задания. Да, frivillig, то
То есть он взял эти флаги, да? Привилеги, это по выбору собственному, по собственному выбору, по собственной воле, по собственной воле. Взял с собой домой эту работу. Jag hade flaggor på väggarna förra året, sa Petrus plötsligt som han hade läst mina tankar. Men Emilie flaggi на väggarna, стена, стене прошлого года, сказал Петрус, словно он прочитал мои типа мысли, тамкар, мысли. Jag sa, sa Eva, ja det kanske en bra idé. Ага, сказала Ева, да, это могло быть хорошей идеей. Jag tittade mig runt i klassrummet. Det syntes att det hade varit ett materialrum. Jag посмотрелась вокруг класса. Это выглядело как материальная комната. Да, ну и как бы материал рум, это можно сказать, кладовка, где разный материал содержится, да, как кладовка выглядела. Det fanns hyllor på varenda väg och på golvet syntes fylla marken efter tunga skåp som flyttas ut. Tunga skåp. Tunga skåp. Здесь шкафы. Есть шкаф. Дефанс, там были. Там были. Филлуры, полки. Полки. Поваренда вегге. Полки на каждой стене. На каждой стене и на полу. На полу. Было выглядело. Видны. Некрасивые. Царапины или пятна, меркен, слушай, уже у меня, ну, некрасивые следы. Следы, точно, да. Следы, эфтер, после, тунга. После очень важкого. Тяжелый скоб, это шкаф. Тяжелого шкафа, который передвигался. Да, передвигали шкафы, и там были эти следы прям вот некрасивые на полу, да. Det är ingen fint klassrum, sa hon, men jag tror att vi kan få den trevlig ändå. Tror ni inte det? Это не очень красивый класс, но я думаю, что мы можем сделать его чуть-чуть. Ändå, все равно. Все равно. А, да, да, да. Думаешь так? Правда? Да, можно так сказать тоже. Vi nickade och sa att trodde vi förstås även om jag hade önskat att vi hade fått en annat klassrum. Я типа махнула и... Никогда согласилась или кивнула, кивнула. Согласилась и... Я трудно. Мы так думали, конечно. Если бы мы получили другой класс. Не, even om, даже если. Я хотела. Да, я хотела другой. Men det ville jag inte säga till Eva, för det var säkert inte hon som hade valt den. Valt, выбрала. Valt. Не хотела говорить это Еве, потому что она точно не выбирала этот класс. Правильно, молодец. Точно она не выбирала. Я фактис ом де сохун. Нер фор ви... Хар, хар. Хар фор ви вара. Хар, здесь. Хар фор ви вара фор ол. Хар ва бара ви фэм. А, это бро. Да. Я типа думаю, что не, вента. Тикер ом. Здесь у нас составный глагол. Не думаю. Тикер ом. Это будет нравиться. Люблю это. Я люблю. Вот это де. Я тикер фактист ом де. Я
Люблю вот эту Класс. Классную комнату, да, сказала она. Тогда мы... Вента-вента. Хар, здесь. Здесь только мы в пятом... Только мы в пятом А. И это хорошо. Да. Хар фор вивара. То есть здесь можем мы быть пер ос хельва, только для нас самих. Бара ви и фем а. Только мы в пятом. Это хорошо. Det är inte alls vad hon menade. När alla de andra hade kommit så sa hon det igen. Jag не поняла, что она имела в виду. Когда все пришли, она сказала это снова. Да, повторила. Vi kommer inte att göra säkert tillsammans med 5B och 5C, sa hon. Vi 5A hör ihop, bara vi. Мы не будем... Kommer inte. Да, молодец. Переводишь в будущем времени. Вещи вместе с пятым Б и с пятым С, сказала она. Только мы в пятом А вместе. Да, да. Har ihop. Мы принадлежим одной группе. Мы как бы одной крови, как говорится. Мы особенные, которых одна и та же задача, можно так сказать, хар и хуп, принадлежим одному кругу. Jag tyckte att det lät konstigt, men jag sa ingenting. Jag думала, что это звучит типа не странно, очень типа, странно, конститут. Но я не сказала ничего. Молодец. Protesterade Tobbe förstås. Han sa att han ville vara, но Tobbes protestans restal, типа. Протестирада, это то же самое, что, наверное, у нас тоже есть такое, да? То есть сказал против, был против. Протестирада. Был против, конечно же, фэштос, конечно же. Han sa att han ville vara, och då måste jag 23. Han sa att han ville vara, då kanske här, inte se. 23, precis. Han sa att han ville vara. Bra. Då ser jag. För det gick Billy som har hans bästa vän. Он хотел очень сильно типа быть с пятым Б, потому что туда и шел Билли, который был его лучшим другом. Да. Du kan leka med honom på rasterna så Eva på lektionerna blir det bara vi. Ты можешь играть с ним на перерывах, на уроках будем только мы. Да. Тобе протестерade flera dagar. Jag tror till och med att hans bråkiga pappa ringde till Eva men hon gav sig inte. Тобе протестоял... Ну или жаловался. Flera жаловался, да. Несколько дней. Я думала, что его папа будет звонить Еве. Не, я думаю, что папа звонил. Рингде звонил Еве. Еве, но она не поддалась ему. Да, молодец. Гавсей инте. Бра. Детскюле бар варави. Мы будем только мы. Здесь будем только мы. Да. Helv tyckte jag att det lät rätt mysigt som en stor familj ungefär. Сама думала я, что это будет больше правильно, мы будем как большая семья. Я. Мисит – это уютно, мисит. Ну вот еще как сказать, уютно или… Удобно. Удобно, занятно, ну тепло, как бы вот так. Dessutom har vi ju rast samtidigt som B och som 5B och 5C sa Serkan. Тем более мы будем иметь перерывы вместе с 5B и с 5C, сказал Серкан. Han brukade spela fotboll med dem som för honom var det viktigt. Он
привык играть в футбол с теми, кто был Но с ему. ними, с пятым био, с пятым сием, да? Для него было важно, Викти. Och egentligen spelar det ingen roll om vi är med 5B och 5C. И это не играет никакой роли, если мы будем с 5B или с 5C. Vi är ändå här för att lära oss saker och inte för att vara med kompisar, sa Josefin. Sysfornuftigt. Snusförnuftigt. Sysnorfittigt. Nej, snusförnuftigt. Разумно, разумно. Мы Снусь будем типа, учиться вещей, и мы не будем быть с компасом, сказала Есифин, типа да. разумно. Мы здесь для того, чтобы учиться, а не чтобы быть со своими друзьями, сказала Йозефин. Ужасно разумно. Снусь вернуфтит. Ужасно разумно. Кто бы сделал гримасу? А, точно. Martina var också nöjd med att vi skulle vara ensamma. Martina тоже была довольна, что мы будем сами. Hon gick nämligen i nuvarande 5B när hon gick på lågstadien. Она была Собственно, в нуварде. в настоящем, вот в который сейчас, сейчас. Подошедшую в 5Б, когда она шла в типа школу. Ну, или более младшие классы, Лук Стодиет. Она была вот в этом классе, который сейчас, 5Б, она была вот в этом классе, на младших стадиях. Катя Лилия. Лиян, några av de andra tjejerna brukade reta henne, så till slut bytte hon till vår klass. Кайта, Лиан и другие Девочки. девочки начали рета Дразнить, Рита, дразнить ее, дразнить. и тогда она перешла в наш класс. Да, правильно. Så egentligen har vi inte känt varandra speciellt länge, Martina och jag. So, egentligen, так что на самом деле, so, egentligen, так что на самом деле, Харви инте, мы не знали друг друга. Дольше Мартина и Не, я. спесельт особенно ленге, долго. То есть не особенно долго мы знали друг друга. Плюс клякаде по дарен, де вор кла вор вактмессарен. Вактмессарен. Побудили плюс. Неожиданно, плюс ли? Неожиданно постучали в дверь. Это был охранник Ока? Да, охранник, сторож, охранник, окей. Йеттебра. Щугефира. Давай сейчас мы с тобой закончим. Мы с тобой успеем. Так, это было щугеэт. Или это уже была последняя? Наверное, последняя была. Это была последняя. Ну, смотри, как мы здорово успели. Ну, просто замечательно. То есть вот это вот было щуго. Щуге э, не, да, щуге тво. А это была, которую мы сейчас только читали. Значит, мы все успели. Мы молодцы. Молодец. Ты читаешь до урока или ты открываешь это первый раз читаешь? Первый раз читаю. Молодец. Замечательно. Вперед. Då säger vi, jag vet inte om imorgon är det du som ska ha lektion eller din mamma som ska ha lektion. Vet inte. Vet inte, vet inte. Okej, men det blir roligt att träffa dig igen om det blir du. Så, Tack, detsamma. detsamma. Hej då. Hej då. Hej då.